Почему вас долго пришлось уговаривать? Почему вы не согласились? Я не люблю... Есть громкие дела, сложные дела, которые работаешь без журналистов. Угу. Есть дела, из себя практически ничего не представляют, несложные дела. Я понимал, что будет крайне резонансно, журналисты работать не дадут мне. Угу. Вам не дают работать журналисты? Не дают работать, поверьте. Каким образом? В чем помеха с 20... нашей стороны? Нет, я с большим уважением отношусь к работе журналистики, им же нужна информация. 24 часа в сутки, если я телефон не отключаю, днем и ночью звонят, интересуются. А мне работать надо, мне же не только Ефремов, не только журналисты.